Şarkona Loto. Şarkona Loto. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Navo musiqiy telekanalining qadrli muxlislari, lotereya o'ynashqovozlari, bugun chorshanba soat 19 jonli efirdamiz va Xalq bankining Sharqona Loto lotereyasi 36dan 6 o'yinining 251-chi yutuqlar tirajini boshlashga tayyormiz. Здравствуйте, добрый вечер. Да, 251-й тираж, мы готовы начинать. Это прямой эфир, это телеканал Navo. Всем желаем удачи абсолютно всем участникам. Начинаем. Bugungi yutuqlar tirajida jami 938,691,500 so'mlik yutuqlar o'ynaladi. Общая сумма призового фонда по всем категориям 938,691,500 сум. Undan birinchi kategoriya bo'yicha jackpot summasi 750,634,500 сомны tashkil etadi. Какая красивая, внушительная сумма. Jackpot первая категория 750,634,500 сум. Ага, bugun kichik jackpotda 50,000,000 сом o'ynaladi. 50,000,000 бонус специальной категории. С помощью седьмого шара. Shuningdek, 5 sonni topgan o'yin kombinatsiyalari uchun yutuq fondining ikkinchi kategoriyasida 49,700,520 so'mlik yutuqlar ham bor. Призовой фонд по третьей категории за 4 угаданных числа 88,356,480 сум. А в случае, если победителей по какой-либо из категорий будет несколько сумма выигрыша разделится поровну среди всех выигравших. Bu esa o'yinning oltin qoidasi. Bugun hakamlar hay'ati raisi va a'zolari shay bo'lib turishibdi o'yinni kuzatishga, ular bilan tanishamiz. И вот такой состав. Председатель комиссии Таджибаев Ильхом Пулатович, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка. Джураева Гявхар Холмротовна, Халк Банк Маркези Аппарата Дебош Мутахасис, Хайат Азосы. А также Нуриддинов Озотбек Махсудович, ведущий специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Бугунги ютклар тиражи учун, ойн иштирокчилары томондан 32862 билет харит кылынган ва уларда 138057 ойн комбинациясы кайт этилганы маалым кыламыз. А я передаю диск, на котором записана вся вышесказанная информация, председателю комиссии. Запечатанный диск получен. Мы у Лототрона. Menga esa bitta vazifa bor. Хорошо. Ilhom, aytmasingiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Bugun g'oliblar juda ko'p bo'lsin. Поехали. Всем удачи. Это игра 6 из 36. Шаркона Лото. Но... Несмотря на то, что так называется, у нас же есть еще бонусный седьмой шар. И уже подоспел первый под номером 17. Бірінші рақам 17. Второй 12. Икінші шар 12. Так быстро. Третий. 14. Оликляр. Он торт очень шарахама. И четвертый шар. 24. Игорма торт. Торт очень шарахама. Очень категория. Пятый. 16. Бешен шарахама. Он олты. И шестой шар 11. Олтинчи джекпотни аниқлаб берувчи шар рақами 11. Бугун мана шундай, ҳозирчи шундай кетма-кетлик. Биз уларни такрорлаймиз, диққат қилинг. 17, 12, 14, 24, 16, 11. Почти все, кроме четвертого шара, между 10 и 20, да? Посмотрите, какая комбинация. 17, 12, 14, 24. Исключение у нас 16 и 11. Мана шунака, азизлер. Олдиндан ҳеч нарсани билиб бўлмайди. Худди hayot bu. Да, да. Xohlagan shar sizga bonus tariqasida taqdim etilishi mumkin. Uni esa kulib, xursandchilik bilan qarshi oling, chunki bilmaymiz, mana hozir oldinda 7-chi bonus shari bor. Balki u kimgadir omad olib kelar, balki hali jackpot sohibi aniqlanar. Мне интересно, что несется, где она нам. Вот сейчас мы узнаем, что у нас, как обстоят дела. Рахмат, Ilhom, e'lon qilasiz. А, да, такая честь.
Такая честь слегка расстроить вас, потому что нет выигрышных комбинаций по первой категории. Слегка, потому что у нас всегда есть хорошая сторона нашей игры. Это культовая передача, где всегда все выигрывают. Потому что что? У нас джекпот возрастает. Зорки, тык, етынче, бонус шары, кичики, джекпот. Внимательно, специальная категория. Едем дальше. Стоп-машина и седьмой шар – это номер шесть. Етінші болын шар рақамы – олты. Мана шынақа. Яны бір бар, осы лотерей билетлеріңізді көзден кечіріп, текшіріп олейін. Халы вақтыңіз бар, мана рақамлар тізіліп тұрышыпты. Оңге қадар есі, біз сізлерге яны бір бар, ядыңізге соламыз керекли манзылларны. Ну, а если вы не успеете и смотрите передачу в записи, есть такая возможность, вы можете позвонить по номеру, код города Ташкента 71-200-05-55, или же найдите телеграм-каналы, вот эти именно, лотерея УС, lotterynews/.us, а нет, нет, там точки, просто слэш, и вот здесь вся нужная и важная информация для вас, там не только о данной лотерее игра 6 из 36, есть игра 5 из 36, это Омат-лото и, конечно же, Супер-лото, куда же мы без нее, там же миллиарды разыгрываются. Ходышында, Илхом, сізні сөзлеріңізні іштіп тұрып, манзылар айтылды, телефон рақамлары бар. Серьезно, все сказал? Ха, хамасын айттыңіз, лекен лотерей билетіні қайырдан сатып олсы болады, деген сауалге манын мен жауап беремен. Халық банкіні істелген филиалары ва Успайны шоқопчаларыге борасыз, хоқлагенчі комбинацияда Шарқон алату, Омат лату, Супер лату лотереясы билетлері хоқлагеніңізні. Рухаттан өткезасыз ба, қар чаршам ба, саат 19.00, қазір тамаша қылатқаныңыз Нава телеканалы, жанлы эфирде біз тиражларны өткеземіз. Ана шу тиражды, өз лотерей билетіңізді белгілеген, бітті комбинациядегі рақамлар, лототронда анықланған рақамлар білен мас келеген болсы, сіз үшінші, екінші, екі бірінші категория ғалыбы деп топылген боласыз, азизлер. Раз уж вы отвечаете на все вопросы, у меня такой вопрос возник. Почему нельзя сыграть лотерею онлайн? Вот объясните мне, очень быстро и коротко. Онлайн ойнаш мүмкін емес, чүнкі тақықланген, чүнкі лотерей билетлеріні 18 яштан кичік болген шақсыларге ойнаш Лаконично, понятно. Онлайн ойналгенде біз ойын іштіроксіні ешіні білмейміз, шыны үшін мүмкін емас азилар фақаткені барып, өзіңіз іштірок етчіңіз керек. И обязательно вам выдадут чек, который потом пройдет через экспертизу, так что обязательно нужно это делать офлайн, то есть прийти в филиал Народного банка или же систему Успайнет к вашим услугам. Начинаем. Результаты. Специальные категории. Количество выигрышных комбинаций, увы, отсутствует ноль. Бүгін мақсус категория бойынша ғалып анықланмады. Үшінші категория бойынша 808-ті ұтқылы комбинациялар соны, біті комбинация үшін ұтық мұқдары, 109352 сомны ташкел етті. А вот здесь поинтереснее. Количество выигрышных комбинаций по второй категории 24, и сумма выигрыша на одну комбинацию 2 070 855 сумм. Вот это выигрыш. Так, Роляш, назарымда ходят йог, чунки экранлярда кординги знати джелярны. Бірінші категория бойчы хам, біз біламыз, джекпот соқыбы бүгін йог. Кенге тиражы чун, джекпот сумасын элон кылыш қолды. 847 миллионов. 274 400 сом. Кенге 252-кінші ұтқылар тиражы үшін Халық банкі джекпот сумасыны 847 миллион 274 мин 400 сом деп әлін қылады. Ва, мақсус категорияда кичік джекпотта кенге тиражда 50 миллион сом ойналады. Да, так и остается выигрыш в специальной категории 50 миллионов сумм. С помощью седьмого шара можно добить вот этот вот рубеж. Дорогие друзья, мы после всего сказанного хотим обратиться к Ильхому Пулатовичу. Как прошел тираж? Есть ли претензии, вопросы, корректировки? Уйнил лотерейлер фаолиятын тартипке солуучи меёрий хужжатлар талаплар асосида ўтказилди, эътирозлар йўқ. Катта рахмат, біз эса сизлар учун азизлар хурсандмиз. Гарчи махсус категорияда, биринчи категорияда ғолиблар аниқланмаган бўлса ҳам, учинчи, икинчи категория бўйича анча-мунча ютуқ соҳиблари бор. Доим шундай кулиб юринг, оматсизга ҳам иши ҳамроҳ бўлсин. Ўзингизни, яқинларингизни эҳтиёт қилинг. Биламан, биз сизни соғинамиз ва сизлар ҳам бизни соғинасиз. Кўпга хайрлашмаймиз. Шанба куни Омат лотода кўришгунча.
Берегите себя, дай вам Бог удачи во всем, увидимся. До скорого. Саламат будет.